Большинство пациентов, которые обращаются к в нашу клинику, они приходят достаточно запуганные и в состоянии стресса, потому что выставляются диагнозы зачастую безоперационные и требуется людям оперативное лечение. В панике пациенты приходят в нашу клинику, и здесь есть возможность иногда помочь им. Не все проблемы решаются оперативным путем, они часто, в большинстве случаев, ну, в процентах 60-70, можно решить это с помощью консервативной терапии. В нашей клинике есть возможность на приеме сразу поставить пациентке точный диагноз, ну, на 90%, и это достигается путем того, что у нас есть ультразвуковой аппарат современный. Доктора, которые работают на приемах, все владеют ультразвуковой техникой, имеют специализацию. Также есть возможность проведения визуального осмотра, видеоосмотра патологии шейки матки, проведения кольпоскопии. И затем можно взять все анализы, включая полицитомеразные реакции на инфекции, включая гормональные обследования, биохимическое и все остальное. И все это в совокупности дает возможность поставить пациентке диагноз. Это избавляет ее от мучений, психологических мук, которые она испытывает до приезда к нам. И есть возможность на основании всех обследований поставить человеку правильный диагноз и назначить правильное лечение. Современная медицина не стоит на месте. Достаточно много сейчас медицинских, медикаментозных препаратов, которые способны вылечить человека или облегчить ему жизнь. И это дает хорошее качество жизни и надежду на будущее. Надежда на будущее наши женщины всегда чаще всего отождествляют с беременностью, с продолжением репродуктивного здоровья, с продолжением своей молодости, ну, карьеры и всего остального.